Вот негодяй, ты подумай. Камень взорвал, ёл-палы. Шушилки под мясо. Слушай, ну это я понимаю. Мужчина хочет мясо, это нормально. Печка ТВ представляет. Вроде больше ничего не сломал. Мы идем на рейд. Рейд по следам. Базы хоп. Или нор. Погнали. Я даже без байк пришел. Это самый маленький рейд, блин, в игре Last Day. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. Мы продолжаем ходить по рейдам. Самый маленький, но при этом... Оп! Ха-ха, хорошо, да? Что на рейд надо? Надо буквально два обычных маленьких топора. Можно даже и одним, наверное, обойтись. И C4, да, потому что за камнем спрятано все. Погнали. Тут всего один ящик. Как так? То вот так, всего один. Один ящик и один стенд. Но при этом куча ёлы-палы сейфов. Вот, блин, облом? Вообще и не говори. И как их вскрыть? Да никак. Вот так вот. Но зато, да? Рейдик маленький, но вполне себе хороший. Разрушитель, дробаш и М16. Топ, вообще огонь. А это то, что у нас утащили. Это все мое. Даже, скорее всего, грядочка моя. В принципе, даже вот этих говноедов убивать можно не убивать, да? Тут как бы сам смотри уже. Мужчины, рассоситесь. Да ты еще серьезно? Да, я пошел в разбитой броне, потому что, ну, несерьезный рейдик. В принципе, все, рейд закончился. Давай, все-таки, здесь еще есть грядочки, да? Так, и что, и все? Ха-ха, блин. Ну реально, мини-рейд. Маленькая будка. А все так красиво заготовлено, да? Ты понял, что? По периметру турели. Напоминаю тебе, мы рейдим ботов. Мы не рейдим друг друга. Это чисто боты. Давай забираем две грядочки. Раз. И вот эту два, да? Стоять. Сейчас будет шум. Давай сразу выложим топор. И две изоленты ему оставим. А вдруг тут сейчас будут и семена, и морковка. Оп, нифига нету. Рейд закончился? Ну, да. Вот такой вот рейд по следам. А чё поделать? Вот здесь у меня стоял ящик. На место него я теперь поставил хранилище хлама. Друзья, с вами был Харди. И самый маленький рейд в игре Last Day. Если понравился ролик... Конечно же, оцени лайком. Еще и не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. А вот и тот самый чемодан, с которого он все стащил. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках Twitch, Трова и Ютуб. Удачных тебе рейдов, конечно. И чтоб тебе не попадалась эта база хоп. Ну это совсем идиотизм. Вообще, блин.